А теперь к новым данным по коронавирусу. Уровень заболеваемости продолжает снижаться. Так, в Тюменской области за сутки прирост составил 292 случая. При этом рекордные цифры по выздоровевшим – 797 пациентов. Не смогли справиться с опасным вирусом 13 человек. 1020 скончались за сутки в России. Что касается статистики по заболевшим, то положительный результат показали больше 25 тысяч тестов. Выздоровели свыше 42 тысяч человек. Это данные федерального оперштаба. Штаба.